Солт-Лейк-Сити, как раз Россия, США. Перед этим я очень много комментировал футбола, и там вратарь номер один у нас был Ник Батулин. В воротах сборной хоккейной Хабибулин. И я в репортаже называю Хабибулина Нигматуллиным. Исправляюсь. Мы шутим на эту тему, что вот как уши видны футбольного комментатора, здесь проглядывают сразу, но мне досталось от болельщиков. Значит, на протяжении всего матча он не знал, что это хоккей, а не футбол. Но так, такие язвители. Самое интересное, что Хабибулин был моим хорошим другом. Мы работали в одном клубе ЦСКА «Русские пингвины». На моих глазах проходила продажа Хабибулина в НХЛ. Мы с ним обсуждали. Мы с ним сидели, значит, выпивали перед его отъездом. То есть я назвал Нигматуллиным человека, которого я очень хорошо знал. У меня это была не абстрактная фигура, ни та, ни другая. Но вот такое бывает. Вот так ляпнул. Но достается до сих пор. Смотри, когда это было. Это, и до сих пор это, это тот самый Гусев, который не знает, кто такой Хабибулин, Нигматуллин. Уже умру я, уже, не дай бог, умрут и Хабибулин, Нигматуллин. А все равно будут вспоминать. Это тот, который... Что делать? Такая работа.